Друзья, привет! С вами Фавионыч. И настало время еще записать один ролик про сервис и фотохостинг, хранилище, поисковую систему и, конечно, сообщество фотографов, которое называется Flickr. Кто не смотрел мои ролики, у меня их достаточно много, потому как создавать профиль в Flickr, зачем он вообще нужен, для кого, где хранить ваши фотографии, как найти оригинальные фотографии с высоким качеством, как найти тесты оборудования, сравнить объективы, фотокамеры, как найти стиль свой и прочее, прочее, прочее. Плюс секреты от фотографов. Все находится здесь, друзья. И вот я сегодня открываю свою ленту, которая практически бесконечная. В основе ее лежит те подписчики, на которых я подписан. Для тех, кто интересуется, может посмотреть мою страничку, заодно может проголосовать за мой недавний конкурс выбора логотипа канала Фавионыча в стиле Нолана «Интерстеллар» фирма. Ну и заодно посмотреть, что такое Flickr, как сделать описание, как оно может выглядеть, что можно туда размещать, как продвигать ваш канал, если вы интересуетесь YouTube-каналами. А также я рассказывал о том, что есть возможность сохранять ваши фотографии, которые у вас не помещаются в связи с тем, что у вас переполнена память телефона, и как пользоваться Flickr Pro, что дает Flickr Pro, глубокая статистика, смотреть, с каких устройств смотрят, какое количество. Ну, вот сейчас у меня уже за 8 миллионов просмотров перевалило, и лучшая фотография вот в районе 50 тысяч просмотров за то время, которым я пользуюсь. В отличие от хранилища Apple, Pro-подписка, которая у меня есть, не дает ограничений по объему. У меня сейчас использовано 351 гигабайт из тех фотографий, которые я храню просто для хранилища. Это в районе 40 тысяч. Открытых у меня, насколько я помню, в районе 5 или 6 тысяч. Что-то такое. Так вот, друзья, все-таки, если вы пользуетесь iOS, я вам покажу на примере планшета, iPad, как эта программа выглядит на планшете, насколько она удобна. Еще раз повторим, пройдем. С левой стороны столбец, вы видите, первое – это раздел ваших подписок. Здесь опубликуются фотографии, то, что вам нравится. И у нас сейчас в городе прошли новые ночи, белые ночи. Парусник вот здесь фотографирован. Замечательный праздник, который вот один из моих подписчиков. Вы можете публиковать теги на русском языке, на английском. Вы можете регулировать лицензию, открыть или закрыть. Посмотрите мои видео, там подробно все написано. Также поместить свои альбомы, ну и в те альбомы групп, которые приглашают вас по тем или иным причинам или которые вам нравятся. Соответственно, вы также можете отметить и написать комментарии. И таким образом наладить контакт с людьми, которые вам интересны, те стили, которые вам нравятся. Если вы занимаетесь черно-белой фотографией, есть отличные группы, специализирующиеся на черно-белой фотографии, есть группы, которые специализируются на пейзажной фотографии великолепного качества, в разных стилях, в том числе и с дрона, которым я тоже занимаюсь. Поэтому, друзья, если вам что-то непонятно, я рекомендую вам зайти в мой плейлист по Flickr и внимательно познакомиться, как создавать профиль, что делать, где хранить фотографии, как пользоваться Flickr на компьютере, как обрабатывать фотографии с помощью встроенного редактора Flickr и прочее, прочее, прочее. Давайте еще раз пройдемся вкратце. Я не буду вас долго задерживать сегодня. Я вам покажу простейшие вещи, касаемые того. С левой стороны колоночка, второй значок – это Flickr Explore. Это самая главная лента Explore, куда попадают каждый день 500 лучших работ, собранных со всего света, и где вы можете попасть в эту ленту, стать известным человеком, обрести множество людей. Верхние фотографии к концу дня набирают несколько десятков, иногда и сотни тысяч просмотров. Как, например, вот такая замечательная работа Ивоны Подолинской, которая работает в стиле сказочных портретов, сказочных фотографий. Зайдите на ее страницу, посмотрите, что она делает с фотографией с детьми. Совершенно невероятные фотографии людей, атмосферные. Ну, в общем, вы поняли.
Лента Explore содержит каждый день 500 фотографий, поэтому даже если вы попадете туда в нижние строчки, то вам гарантированно набрать как минимум несколько тысяч просмотров. Если посчитать процентом соотношения, даже если вы наберете 1% людей, которым нравится, что бывает крайне редко, потому что отметки «нравится» ставят гораздо большее количество людей. Ну вот давайте в серединку залезем, посмотрим. В 7 часов утра по московскому времени она обновляется. Вот на данный момент, сейчас в районе 10 часов, видите, уже 2000 просмотров, 141 отметка «нравится» и уже 9 комментариев. Если посмотреть по статистике то, что я собирал за 5 лет, могу сказать, что хорошая фотография набирает от 5 до 10% комментариев. И лучшие фотографии набирают много. Ну вот смотрите, верхняя фотография сегодня в топе, 8400. Ну, я гарантирую, что она к концу дня наберет, скорее всего, 40 или 50 тысяч просмотров. И комментариев будет не 377 отметок «нравится», а будет в районе 1000 или 1500 или 2. И уже 31 комментарий ответили. Мы тоже сделаем это. Комментарии вы можете подготовить сами, можете заранее их сделать. Такой вариант. И потом можете вставлять. Это не занимает много времени, друзья, но поверьте, большие комментарии или какие-то стандартные комментарии, которые вы сделаете, заготовленные заранее, желательно на английском языке, переводчик Google вам в помощь или Яндекс, кто чем пользуется. Они привлекут внимание, вы получите 100% ответ. А здесь, поскольку это сообщество дружелюбных людей и интересующихся действительно фотографией, то вы получите просмотр от того человека, которому оставили комментарий. Также вы обретете, наверное, какое-то понимание, какой жанр вам близко. И на примере фотографий, без всяких теорий, которые в том числе и занимается Фавионыч, вы можете, увидев фотографии, посмотрев их, определить все-таки, во-первых, как такую работу можно сделать. Кто интересуется техникой, могут посмотреть технические данные на фотографии, если они открыты. Потому что во многих работах, например, вы можете легко посмотреть, нажав кнопку информации, посмотреть, чем это снято, какие выдержки, диафрагмы, вспышка, не вспышка, даже координата мест. Это все во Фликере можно сделать. Я об этом записывал множество видео. Следующая вкладка, друзья, это, собственно говоря, ваша страница, где вы получаете информацию по вашей странице. И в ней находится несколько вкладок. Публичные – это то, что вы открыли. Альбомы – это те альбомы, которые вы создаете для того, чтобы вам и вашим просмотрщикам, вашим друзьям было удобнее смотреть. Следующие – это те фотографии, которые вы отметили, чтобы вам в поиске было найти удобно, если вы хотите поделиться с чем-то и забыли, какую фотографию. Следующие – это группы, в которых вы участвуете, тематические группы. Ну и статистика. Эта статистика открывается в Pro-версии, которая стоит в районе $80 в год. Согласитесь, это немного для неограниченного количества хранения. Значит, с левой стороны следующее – это, собственно говоря, сами отметки и сообщения, которые вам приходят. То есть вы можете это настроить во Фликере, какие приходят, какие не приходят, можете получать их на почту. Но удобнее всего пользоваться именно в таком варианте, во временном варианте. Соответственно, даже если вы утром проснулись, вы увидели какой-то комментарий, вчерашняя фотография, вчерашний выпуск про что я записывал, забыл уже. Не про парк я записывал, а про сумку летнюю записывал. Так вот, ну, получил уже комментарий, уже, в принципе, на него ответил. Поэтому дальше идет самая главная кнопка, это поисковый запрос. То есть в данном случае вы можете найти любую фотографию, сделанную любым объективом, любой камерой, любого жанра, там, не знаю, хотите, любые темы можете вводить. Ну, давайте введем, например, сегодня у нас что, лето, да? Summer. Не самое удобное сегодня, да. Ну, давайте посмотрим Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Давайте. Причем вы можете посмотреть как фотографии самого Санкт-Петербурга, также теги, которые автоматически подтягиваются фликером. Он по поисковым режимам, по картам все это ищет. Вы можете посмотреть локации того места, куда собираетесь отправиться в путешествие, которое вы не знаете. Можете заранее подготовиться. Дальше, если вы нажмете вторую вкладку, выйдете по запросу «Санкт-Петербург. Люди», которые имеют отношение так или иначе к Санкт-Петербургу, в том числе и группы, если вам интересны такие. Такие тоже есть, друзья. Ну и последний плюсик, это в режиме плюса вы добавляете фотографии, которые вам нужны, которые вы хотите добавить. И если у вас есть что добавить,
то вы можете всегда это сделать дополнительно. На этом все, друзья. Спасибо за комментарии. Увидимся в следующих выпусках. С вами был Фавионыч. Пока-пока.